Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Маша. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. Дедушка, бабушка, говорит Машенька, отпустите меня в лес с подружками. Дедушка и бабушка отвечают. Иди, только смотри, от подружки не отставай, не то заблудишься. Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она укаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Стучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, что ж здесь живо, почему никого не видно. А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, теперь я тебя не отпущу. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашу кормить. Сужила Маша, погревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала. И придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему, медведь, а медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок улезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко. Машенька сейчас же залезла в короб и на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражки спускается, на пригорки подымается. Шел-шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, 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 остановился, сел и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь, вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай из всех сил стучать ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собачьи почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видит, короб стоит. Что это в коробе? Говорит,
бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живёхонька и здоровёхонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.